из вас писали и просят снимать дороги. Ну, я не знаю для чего. Кто-то говорит, что очень красиво, а кто-то, как тоже автопутешественник, хочет понять, как здесь можно путешествовать, как передвигаться из точки А в точку Б, какие дороги. Вот сейчас дорога плохая, и вдруг... Да, и вдруг раз, хорошая. И вот так везде. То есть в некоторых местах дорога на 2-3 балла. Боимся ехать, развивать скорость. В некоторых местах, как это, на четверочку такую, да, довольно-таки чистенькая, аккуратненькая, практически без ям. И можно ехать 100 км в час. Поэтому главное желание. А едем мы сейчас до Невеля. Да, мы едем, куда мы уже сказали, в усадьбу. А проезжать будем город Невель или городок Невель. Мы никогда не были, увидим, покажем. Небольшой город Невель. Очень красивое название. Мы даже в интернете еще не успели прочитать, откуда такое красивое название Невель. Может, река здесь такая, может быть, озеро. О городе Невель я знаю только о том, что здесь шли очень важные события, были битвы во время Великой Отечественной войны. По всей видимости, центр города. Сейчас мы остановимся, возможно, какую-то информацию и узнаем, и вам расскажем, и покажем. Центральная площадь города Невель, храм Троицы, середина 19 века. Городок небольшой, во время Великой Отечественной войны был практически полностью уничтожен. Фашисты здесь бесчинствовали, только мирного населения расстреляли более 8 тысяч человек, в том числе 2 тысячи евреев целенаправленно. Детям войны и труженикам. Кто ковал победу. Памятник всем участникам локальных конфликтов. Памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Памятник герою Советского Союза Машук Маметова. По национальности она казашка, родилась она в Киргизии. И в составе воинов Советского Союза боролась с фашистами на Невельской земле. Совершила подвиг, оставшись одна из всего пулеметного расчета. Тяжело раненая в голову, она продолжила бой, уничтожив более 70 фашистов. Самое красивое здание в городе отдано, конечно же, ЗАГСу. Ну и клуб, по всей видимости. Он у нас не был в планах, это абсолютно малюсенький городочек, и
Проехали мы через него транзитом, но тем не менее было очень приятно. И в магазин зашли, и мороженое съели, и посмотрели местные достопримечательности. И отправляемся дальше, туда, куда запланировала наш штурман Алла Гошечка.